Ну да, да, ну в принципе, как говорится, все равно есть ошибки, есть зачем работать еще. Что говорили, первые 20 минут не очень у нас хорошие были. И в третьем периоде тоже мы первые 10 минут расслабили чуть-чуть, дали низкую, почти не догнать нас. Поэтому очень много ошибок, есть зачем работать, потому что мы выигрываем, нужны очки. Последний довольны, последнее время у вас вроде ладится. Сегодня дубль сделали. Просто игры забили хороший гол. Ну, в принципе, конечно, приятно себя забивать. Я думаю, что у меня есть что забивать, но не всегда в голах дело. Самое главное, что команда выиграла. Поэтому сейчас получается все. На ваш шайбу, может быть, связано с тем, что просто стало поменьше нападающих, там были переходы, стали больше играть? Нет, так на шайбу? Да нет, в принципе, я бы не сказал, повезло за это. Я слышал, кого они уже успели сегодня поздравить, так как, может, трогательно, кружечку. Ну, конечно, поздравили, это для него большое событие. Я знаю, как это приятно, когда дети рождаются не самого двое, поэтому рад за него. Конечно, было по нему видно, что он провел досадную ночь сегодня. Желаю ему и его семье счастья.